Добрый вечер. Это подробности недели. Очень снежной и неожиданно проблемной недели. Наверное, никто не ожидал, что начало весны будет вот таким. За несколько дней Украину замело снегом. Последствия масштабные. По всей стране заблокированы дороги, перекрыты трассы, отмены и опоздания авиарейсов, отключение электричества. Сегодня, к счастью, у погоды передышка, но уже к выходным на Украину обрушится новый циклон и новые снегопады. Ну а потеплеет только ближе к 8 марта.